Тверской области сформируют совет по стратегическому развитию национальным проектам. Возглавит его губернатор Тверской области. Также в состав совета войдут заместители председателя регионального правительства, руководители исполнительных органов государственной власти региона, главы муниципалитетов и представители территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, а также общественных организаций. Предполагается, что заседания будут проходить не реже одного раза в квартал. Отметим, что итоги реализации национальных проектов в 2019 году и ключевые мероприятия по ним в 2020 стали главными темами заседания правительства Тверской области, которое состоялось накануне. И его провел губернатор Игорь Руденя. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил, что национальный проект – это уникальный инструмент по масштабу и охвату вопросов для достижения целей национального развития нашей страны. При этом глава нашего государства подчеркнул, что важнейшими направлениями являются демография, здравоохранение, развитие экономики и культуры, развитие экологии и строительство инфраструктурных объектов. В первую очередь это касается строительства детских садов, школ, создания современных учреждений медицины, либо ремонт, либо реновация, либо строительство и установка ФАПов в муниципальных образованиях нашего региона. А также это вопрос культуры, это строительство и ремонт наших учреждений культуры и ремонт дорог, благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование современной системы обращения с отходами.